Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы с вами продолжаем проходить 2 мира 2 или 2 Worlds 2. В общем, мы с вами продолжаем. Это у нас, не помню, какая серия по счету. Это у нас 8-я серия. И, собственно, перед началом, как говорится, я хотел сказать, что комментируйте и ставьте лайки. И книжки я читаю только лишь для себя и для того, чтобы узнать сюжет, вы можете в любой момент так пролистать. А еще, короче, я узнал, что говорят в интернетах, вот в этих вот ваших пишут, что лошадь можно... Какая яркая картинка. Лошадь можно найти в... Либо в Халькине вот в этом вот. Либо в Бае. В Бае должна быть конюшня, в которой, собственно, есть эта лошадь. Но опять же, где, я понятия не имею. Где-то, короче, есть конюшня, в которой, собственно, есть эта лошадь. Но где, я не знаю. Возможно, где-то здесь есть эта конюшня. Возможно, где-то не здесь есть эта конюшня. Но там должна, короче, стоять лошадь. А, моя, оседланная. Но где, я пока не знаю. Недалеко от Бая. Недалеко от Бая. Есть, мол, говорят в интернетах вот в этих вот всех. Но где, я не представляю. Давайте прогуляемся вокруг территории Бая и с вами постараемся найти эту конюшню. Если получится, значит, все хорошо. Если нет, значит, я представления не имею, где это можно все дело искать. Тут у нас что? Тут у нас все закрыто. Ну-ка сюда сходим. Тут у нас вроде как ничего нету. Тут у нас вроде как ничего нету. Окей. Хорошо. Мы продолжаем с вами. Я вам напомню, что у нас съебалась лошадь куда-то. То ли ее съели, блядь. То ли ее там... Еще что-то с ней сделали, короче. Я не знаю. Это что? Не спеши, голубчик. Врата заперты по приказу императора Гандухара. Как ты меня назвал? Голубчик. Как хочет, так и называет. И тебя не пропустит. Заткнитесь вы! Я тут главный, и говорить буду я, поняли? У него расстроение личности. Вот, голубчик, врата заперты, ты не пройдешь. Что нужно сделать, чтобы ты меня пропустил? Тебе нужна охранная грамота. Угу. Как мне ее добыть? Только в Хатмандоре. Ты все еще здесь? Давай, ты... Может, пропустишь меня? Ты что, оглох? Понятно. Твои решения... Твои решения нарушили мои планы. Ну что я могу сказать? Окей. Не, подожди, убери оружие. Нахуй, не надо. Воевать нам не надо. Подожди, а куда этот дорогу этот ведет? А, типа, вот так вот можно пройти, да? А так, типа, мы никак не пройдем. Ну, понятно. Короче, должно быть, блядь, должен быть этот. А что за меч появляется, блядь? Непонятно. Должна быть конюшня. Ты что, потерялся? Мне просто нужно попасть в Хатмандор. Это непросто. По крайней мере, если ты намерен воспользоваться обычным путем. Угу. Обычным путем? А есть другие варианты? Конечно. Тропа, которую использовали контрабандисты. Сейчас о ней никто не помнит. Ну, кроме меня. Че такое-то ты мутный? Ты можешь рассказать, как ее найти? Да, я даже могу отвезти тебя к... Ой, блядь, не верь ему. Да, я понимаю. Сколько? 300 монет. Обычно это стоит 500, но
Мне надо подумать. Пошел-ка ты пока нахуй. Мне нужно искать конюшню, блядь. Я ничего не знаю, мне нужно найти конюшню. В которой должна быть моя лошадь. Такая-то что? Ты кто? Прекрасный день для похорон. Желаете заказать традиционную церемонию для себя или члена семьи? Не упустите специальное предложение. Пожалуй, нет. Тогда ты ошибся адресом, друг. По крайней мере, сегодня. Никогда не встречал тебя прежде. На вид ты здоровый, явно не мой клиент. Куда держишь путь? Катманду. А не слишком ли ты любопытен? На север. Тогда нас свела сама судьба. Мне нужно кое-что доставить в район Хатмандора. Быть может, ты мне в этом посодействуешь? Давай. Время – деньги, но... Что нужно доставить? О, это веселая история. Несколько недель назад наша правительница отправила в Хатмандор почтового голубя с просьбой восстановить поставки провианта, чтобы мы могли пережить засуху. И гильдия торговцев прислала гонца. То есть еда скоро появится? Не уверен. Прежде чем молвить хоть слово, несчастный глупец остановился, чтобы справить малую нужду. Аккурат возле могилы сына Самбу. Пока все стояли и пялились, разинув рты, Самбу схватил нож и... Ты, наверное, шутишь? Если бы. Мы отправили второго почтового голубя с сообщением для гильдии и получили ответ, что никакой помощи не будет до тех пор, пока голова бедняги не будет возвращена семье. Голова? Мне голову надо ставить? Да, отсеченная. Тело мы уже доставили, но этого мало. Семья жертвует останки покойного имперским некромантам. Пришлось собирать их по кусочкам, прикормив пару ручных грифов. Так что не уверен, стоит ли мне предпринимать еще одно путешествие. Но, по правде говоря, если бы не работа, я бы не стал с ними иметь никаких дел. Ну ладно, давай. Ну, если только по пути. У тебя есть все задатки могильщика? На вот, держи. Голова там внутри. Доставь ее Хазану в похоронное бюро «Последнее свидание». Последнее свидание. И еще. Ты, наверное, знаешь, что врата на пути в Хатмандор закрыты. Но некоторое время назад в Баю переехал писарь Тоум, известный своим умением подделывать государственные указы и официальные документы. Обычно он проводит время, сидя на скамейке возле своего домика в деревне. Скажи ему, что прошлое лето выдалось дождливым, и он тебе поможет. Хорошо. Но вопрос остается открытым, где моя, сука, лошадь? Этот вопрос никуда не делся. А я ведь вас предупреждал. Кого? А, блядь, да похуй на них. Подожди. Если я так не могу найти лошадь, значит попробовать ее в Халькине можно. Раз нам сюда нельзя, можно попробовать там ее посмотреть где-нибудь. Где мой телепорт? Посмотрим там. Потому что там я тоже видел, как пацаны некоторые находили своих лошадей здесь. Это еще что? Находили своих лошадей, но не здесь. А где-то, короче, должен быть загончик. Где-то должен быть загончик. Насколько я помню. И в нем должны быть лошади. Точнее, только одна лошадь. Именно наша. Вот. 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 Это наша, блядь, лошадь. Вот. Как ездить? А, вот так. Вот. Ебать. Не зря я на ваши интернеты залез, блядь. Ух, не зря. Все, ты можешь остановиться, нет? И, короче, теперь, если она пропадет, я дам ей пизды, блядь.
А я уж подумал... Вот твоя карта. Я тебя недооценил. Это похва... Не упусти... Ты прошу... Давай. Тогда удар... Погнали. Куда скакать? Так, карта. А, гонка конкретов этапы. Где? Куда? Я не туда поскакал? Ебать, лошадь, ты что меня скинула-то? Надо следить за тем, чтобы не переусердствовать. Вот это да, вот это скачем, пацаны. Блядь, быстро как-то снизилась эта скорость. Надо за этим следить. Блядь, 2 минуты. Повеселимся. Так, отстаньте, отстаньте, пацаны. Отстаньте. Отстаньте, отстаньте. Не скидывай только меня, лошадь. Отвали. У меня 202 минуты осталось. Беги, 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 беги. Бежим, 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 бежим. Блин, тяжело, тяжело, тяжело здесь сделано управление. Тяжело. Лошадью, потому что здесь нужно определенное количество клавиш нащелкать. Но мы с вами это уже видали. Короче, вот я щелкаю, видишь? А, не видно подо мной, блядь. Ебать, ну похуй. Не останавливайся, лошадка. 1.5 минуты, блядь, все, мы не успеем. Ебать, а куда бежать? Ебать, а куда бежать-то? Ебать! А я где? Обратно бежать? Так я не успею. В смысле, а что вот это значит? Зелененькая метка. И вот эта метка. Что значит-то? А, надо забрать скипетр, ебать в рот. Так, а все, я не успел уже. Мне бы раньше-то объяснили, что там надо что-то забрать. Не, я не успею уже. Уже все. Уже все, 30 секунд. Двадцать секунд, да все, не успели. Да, уже все, не успеем. 10 секунд, нет, все. Надо перезагружаться и заново перепроходить. Только не сейчас. Все, не успели. Не успели. Так, значит, перепроходим, значит, перепроходим. Перепроходим, значит. Ну я, ну окей, все, окей, более-менее окей. Окей, сейчас разберемся. Смотри, значит, раз. Сейчас раз. Лошадь сразу в ту сторону разворачиваем. Окей, ладно, вот так пока постой. Давай. А я... Разумею. Так. Погнали. Все, аккуратно сейчас, аккуратно вообще. Аккуратно, аккуратно действуем. Она, короче, устает быстро, когда в горку едет. Так вроде все нормально. Нормально.
Но в горку, когда она прям быстро устает. Не-не-не, ты что стоишь-то, не стой. Блять, лошадь, если мы из-за тебя проебем, нахуй. Едем. Карта, быстро. Между делом, окей. Нормально. Не устаем. Хорошо, окей, отлично. Окей. Отлично. Окей. 2 минуты, окей. Давай, лошадь. Блять, лошадь, тихо, лошадь, молодец, давай. 2 минуты, блять, успеем, нет? Бля, ебать сложно. Тихо. Голосуйте, ставки. Ставки, успеем, нет? Ставки делайте, успеем, нет? Я думаю, да. Думаю, успеем. Мы сейчас вообще не должны не должны переживать вообще. Полезная штука. Давай, валим. Макаки ебаные там. Давай. Минута тридцать. Давай. Мы, в принципе, успеваем, давай. Я думаю, мы успеваем, давай. Давай. Оп, тихо, молодец. Сильно не газуй, лошадка моя. Давай. Минутка. У нас еще целая минутка, давай. Давай, лошадка моя. Давай, с горочки-то побыстрее все же, да? Да, полегче с горочки-то тебе, полегче, да? Вот в горочку немножко, погоди. Давай, лошадочка моя, давай. 46 секундочек, давай. Давай, милая. Давай, родная, лошадочка. Давай. Давай, лошадочка моя, давай. 30 секундочек, лошадочка, давай. До последней контрольной точки. Давай. 24. Давай. Все, до последней точки доскакиваем. Вы представляете, ребят? Вот это да. Я тебя назову императрица. Наша лошадь будет императрица, ребята. Просто красавица, молодец, умница. Что ты творишь? Ты сдаешься? В смысле? Я тебя победил, как ты и просил. А, блядь. Мне жаль, но я не могу допустить, чтобы во главе моих людей стоял столь безответственный человек. Да я скорее умру. Я не собираюсь с тобой сражаться, Алтан. У тебя нет выбора. Я не собираюсь тебя убивать. Тебе придется это сделать. В смысле? Зачем? Ты будешь торговать с Алимой и ее людьми. И за это получишь награду. Если ты на это согласишься, можешь остаться на своем посту. Мы можем поставлять товары лишь в ограниченном количестве, потому что у нас нет дешевого источника питьевой воды. Теперь ты говоришь как мудрый правитель. Если в здешних краях есть источник, я непременно его найду. Было бы неплохо. Но в обмен на это... Хальхин должен возобновить торговлю с Баей. Договорились? Да, я согласен. Мне не верится, что ты сможешь что-то сделать, но, может, я и ошибаюсь. Тебе тоже не верилось, что я смогу тебя в гонках обойти, блядь. Вернемся к этому разговору. Но я обошел, это моя лошадка все. Погоди. Для тебя я открою врата, преграждающие путь к деревне. На всякий случай. Местные жители обычно не разговаривают с незнакомцами, так что не удивляйся, если они откажутся беседовать с тобой. А какие врата ты хочешь для меня открыть? Подожди, сейчас посмотрим по характеристикам. У нас есть 2 очка навыков, кстати. По этим пока ничего прокачать нельзя, да? Да, ну давайте тогда прокачаем, наверное, ремесленные навыки. Это вот алхимию 2 уровня прокачаем. И работу с металлами прокачаем. Все хорошо, отлично. По снаряжению у нас что у нас можно прокачать? Золотое колечко.
А мы же вроде... А, можно два носить, типа и это. А можно три, можно три. Можно четыре, ебать. Можно вообще все, типа... А, нет, ожерелье нельзя все носить. Окей. Можно только колечки. Можно только колечки улучшить. Можно, кстати, меч. Меч можно улучшить. Меч давай улучшай. Еще можно улучшить меч? Больше нельзя, окей. Меч улучшили. Меч улучшили. А, лук пока, я думаю, улучшать не стоит. Вот топор можно улучшить. Блять. Преобразовать, улучшить, продолжить. Окей. А у меня камней нету, да? Окей. Камней у меня нет, а больше улучшить ничего нельзя. Ну вот лук можно. Ну давай лук, лук преобразуем. Лук преобразуем. Окей. Еще преобразовать можно? Еще можно, окей. И еще можно, да? Да. Ну пусть будет. Все, нельзя, хорошо. Так, вот это мы оденем. Можно еще наш клинок преобразовать. А это наш клинок? Да, это наш клинок. Давай преобразуем клинок. Пока материалы есть, почему бы нет? Все, окей. В принципе, все, что... А, ну щит можно, но щитом мы не пользуемся. Ну давай преобразуем еще и щит тогда уж, ладно, раз уж... Раз уж за компанию. Пока вот это то, что нельзя преобразовывать, не будем, в принципе, зачем. Надо найти источник питьевой воды. Так, а вот здесь нам нужен уровень, кстати. Надежный замок. Вероятность вскрыть мало процентов. Так, он нам открыл какие-то ворота к чему-то. Смотри, кстати, можно осмотреть, но они больше не сияют. Опа, что это? Какая-то хуйня. Дитя гор, окей. Он нам открыл какой-то куда-то чего-то проход. Проход куда-то, окей. А ты что-нибудь еще скажешь? Как дела? Разбирай. Разбираюсь с твоей проблемой. Окей. Открыл куда-то проход, пойдемте посмотрим куда. Может куда-то что-то интересное найдем. Наверное, я так думаю, он вот этот проход открыл. Да, он открыл вот этот проход. Ну а смысл, если мы там уже были? Или мы там не были? Не, в деревне-то мы были. 100%. Тебя можно что-нибудь спиздить? Нет. Да, мы с вами со всеми вроде как разговаривали. Бля, лошадь наша не пропадает с карты? Нет, лошадь не пропадает. А подозвать? Подозвать не работает. Подожди, а как подозвать лошадь? Клавиатура. Подозвать лошадь. H. Правая кнопка... А, нет, подожди. Правая кнопка мыши у нас есть. Ну, давай H. Принять. Окей. Что-то не работает. Может, это не моя лошадь, блядь, опять? Ну, лошадь-то есть. А призвать ее никак. Бля, да, давай, знаешь, что? Мы сейчас поставим на другую кнопку мыши. Подозвать лошадь. Вот так. Окей. Не работает. А почему? А потому что, наверное, нельзя на лошади по вот этой деревне кататься, да? Ну мы в этой деревне-то были уже. Правильно? По-моему, да. По-моему, да, в этой деревне мы были. А это что? Солена. Солена. А мы катались вот сюда. Ну, пойдем посмотрим, что тут нам кто-нибудь может скажет теперь. Может, теперь нам кто-нибудь что-нибудь скажет. Извини, я не хотел. Любопытно. Что ж, не буду препятствовать брату-натуралисту наслаждаться созерцанием столь удивительных существ. Извини, каких существ? Термитов, кого же еще? Они поистине великолепны. Например, можешь ли ты вообразить, что несешь вес, равный весу своего тела, без всякой магии? И это еще не самое удивительное. Я в этом не сомневаюсь.
Я могу говорить об этом годами, но у меня есть неотложные дела. Если хочешь, ты можешь остаться, но мне действительно нужно продолжать исследование. Ох, какая жалость. Что ж, полагаю, что я всегда найду время поделиться наблюдениями с братом-энтомологом. Знаешь ли ты, что их гнезда могут быть в 5 раз выше человеческого роста? Это приблизительно 3 орка или 12 гномов. И эти создания выживают практически при любых условиях, даже при столь пагубной засухе. Они добывают воду из корней деревьев. Послушай, я не совсем... Верно, верно, понимаю. Вероятно, ты и так это знаешь. Но если тебе интересно, у меня совершенно случайно с собой есть несколько экземпляров моей книги. Потом можем ее обсудить. Хорошо. Потом это хорошо. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над всем, что я от тебя услышал. Хорошо, термиты могут быть полезны в поисках воды. И ничего нету. И ничего нету, а вот здесь тоже ничего нету. Окей. Окей. Ну, пойдем дальше. Еще пригодится. Пока он мне ничего интересного не сказал. Так, а он там в башне какая-то бабеха, судя по всему, сидит. Я так понял. А я разобьюсь, если я прыгну со скалы? Разбежавшись, прыгну со скалы. Только надо сохраниться сначала. Нет, смотри, живой. Ну, погнали. Погнали, сплаваем к этой башне. Что-то интересное, я думаю, нас в ней ждет. Надо еще не забывать, что мы на первой локации не все сделали. Потому что там остались еще орки, которые громы. Которые в этом... В пещере у себя сидят, блядь. И здесь еще у нас в пещере Богомол. Открыта новая область. Маяк. Хорошо. Лодочка тут. Так, давай сначала снаружи осмотримся. А снаружи, я думаю, нечего осматриваться. Тут, наверное, просто скалы. Хотя, кто знает, может, что-нибудь спрятано. Вот, блядь, такие места, а ничего не нету. Я бы на самом деле что-нибудь спрятал в таких местах. Или это может слишком это... Слишком легко что-то прятать в таких местах. Но прыгать на скалу он запрыгивать не мог. Блядь, деревья запутался. Окей, ну погнали. Вовнутрь тогда. Ничто спиздить пока нельзя. Окей. Окай, окай. Поднимаемся. И здесь у нас нихуя нет. Окей. Не понял. А, окей. Выше. Так, бабюха. Книга об изготовлении оружия позволяет улучшить навык. Так, ну-ка, давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Книга об изготовлении оружия. А где она? Это как улучшить? А, вот. А, это просто навык. Навык изготовления оружия. В смысле, мы... Ну-ка, преобразовать. А, мы типа просто навык улучшили. А, окей. Окей. Просто улучшили навык, окей. Хорошо. Ну, давай поговорим. Я изучаю природу света. Какая ты громкая. И природу ночи. Посмотри, как гармонично они дополняют друг друга. И все? И все? Это все, нахуя я к тебе пришел? Серьезно, блядь? Здесь так холодно. Так согрейтесь, ёбаный рот. Блядь, серьезно, это все, зачем я к ней пришел? Так, ладно. Чё у нас по квестам-то пока есть?
Так, Бая. Разговорчивого энтомолога, который рассказал мне, что термиты, которые водятся в здешних краях, во время засухи хранят воду, извлеченную из корней деревьев, в своих гнездах. Он предложил мне купить книгу, но мне кажется, что лучше расспросить кого-то другого, ежели вновь взяться в дискуссию. Окей. Это Халтмандор. Это понятно. Неизвестный Джордж сказал мне о древнем лабиринте, погребенном в песках. Теперь вход лабиринта значит на моей карте. Окей. А это выполненные. Да, это выполненные. Окей. Окей. Надо искать способ найти через врата. Возможно, я смогу встретить в деревне кого-нибудь, кто знает, где находится грамота. Окей. Необходимо разыскать лидеров сопротивления в Халтмандоре. Ну, это понятно, это опять туда надо попасть. Альсон, это получается пройденный уже. Да. А вот рунные камни. Камень у меня, теперь нужно отнести его сокрыть. А, подожди, это тоже пройденный, что ли? Окей. Так. По карте, значит, смотрим. И по карте, значит, Пюрье, Баасан, Харкин, Салена, Алтан. Сюда нам пока не попасть. Тогда мы можем, в принципе, вот это вот изучать. Изучить вот эту вот местность. Нет! Ёбаный в рот. Я не виноват. Короче, будем сейчас пока тогда эту местность изучать. Посмотрим пока, что там есть вообще. Пока что посмотрим. Еще надо со всеми в деревне пообщаться. Тоже не помешало бы. Вот в этой деревне. Как она? Харкин. Тоже бы на самом деле не помешало. А еще нужно, да, изучать вот эту вот локацию потихоньку. Вот это вот место. Я думаю, изучиться оно должно. Навыков пока у меня никаких нету. Значит, будем зарабатывать. Так, а бегать он не может быстрее, да? А можем лошадь подозвать? Почему мы не можем лошадь подозвать? А лошадь опять пропала? Нет, лошадь здесь. Почему мы не можем ее подозвать? Не знаю, почему мы не можем подозвать лошадь. Но почему-то, видимо, не можем. Так, ну пойдем сначала вон туда сходим. Там я вижу как минимум носорога. Ух ты! Как минимум носорога. Цветочки. Цветочки. Лучше разберемся поскорее. Я был бы рад, если бы мы обнаружили какой-нибудь лагерь, который можно полутать. Ну смотри, носорог уже убивается прям вообще быстро. Не то, что мы в первый раз с ним, да, сражались? В первый раз мы прям долго с носорогом сражались. Окей. Окей. Ну и что-то как-то... пустовато, мне кажется. Я рассчитывал на более. А, макаки, сука. Так. А туда как попасть? Там же кто-то тоже сидит. У меня написано. Там кто-то есть. У меня написано, что там кто-то есть. Вон, помечено. А где? Где, блядь? Опять в воздухе, что ли? А где они, блядь? В камне? Не понял, блядь. Они, по-моему, забаговались в текстурах. Ну ладно. Забаговались, значит, забаговали. От этой хуйни, короче, можно уворачиваться.
можно уворачиваться. Оп. Оп. Ах ты, блядь. Ебать. Бородавочники. Да сука. Ты бородавка. Бородавкочник. Совсем с ума сошел? Вы давайте тут поаккуратнее. Я тут осматриваюсь. Меня обижать нельзя. Я тут лутаюсь, изучаю карту. Смотрю, где что есть. Набираюсь опыта. В общем, пока что в этом на уровне... Пока что на нашем уровне это, наверное, единственное то, что здесь можно делать. Это проходить квесты, которые даются по возможности. И... А, блядь, обезьяна, я про тебя забыл. Окей. Вот эти, кстати, жесткие типы, блядь. Даже на нашем этом. Даже на нашем этом. Так, ну окей, не будем далеко отходить от маршрута. Хотя, в принципе, уже можно вот так вот сделать. Подсрезать. Ну-ка, куда пошла, блядь? Ладно, хуй с тобой. Нихуя не хуй с тобой. Вот так вот. Вот еще одна. Оп. 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 Нормально. Ебать, обхожу от них. Смотри, как ловушки, блядь. Ну, что-то не особо. Опа, носорог. Носорог и какая-то термитная хуйня. Так, а мы, собственно, подходим к какому-то месту. С окошками. К месту с кошками. К месту с кошками. Так, еще одна. Окей. Может, по пути все-таки попробовать посмотреть, кто в деревне может поговорить. Просто, ну, вот так ходить просто и исследовать. Ну, что тут можно исследовать? Тут много очень бесполезных мест. Тут не как в третьем Ведьмаке. В третьем Ведьмаке, блядь, каждая практически часть чем-то занята. Здесь такого нет. Здесь такого нет. Так, нам туда. А чё я, зачем я хожу? Зачем я хожу, если я могу просто вот так сделать? Раз, раз, раз. И все. И не париться. Так, давайте посмотрим, с кем можно еще поговорить. Значит, смотри, с вон тем термитником мы разговаривали. С вон тем. Значит, пойдем поговорим с тем, с кем мы еще не разговаривали. То есть вот этот термитник, вот получается Пьюре, рыбак. Возможно, он сейчас с нами что-нибудь может поговорить. Возможно, ему надо будет что-нибудь принести. Или наоборот, что-нибудь отнести. О. Так, оружие надо спрятать. Лошадь не подзывается. Почему, я не знаю. Здесь мы у всех все облутали, в принципе. Ну, что можно, по крайней мере. Лошадь почему-то подзываться не хочет. А можно вот так вот аж бегать? Ебать, кто же знал-то? Добро пожаловать. Хм, чем тут пахнет? Рыбой? Тут же пристань рядом. Нет, я не о рыбе. Как же можно быть гурманом и при этом не ценить аромат ингредиентов кулинарных изысков? Как-то не очень аппетитно. Хорошую отбивную я уважаю. То есть тебе нравятся загадки? Вот моя любимая. В саванне обитает, пустыню прославляет. Что это? Носорог.
Дай-ка подумать, термиты? Вероятно, грязница. А, грязище. Деревесная кора, верно? Ну, дай подумать. Термиты? Точно. Ну так ты их попробовал на вкус? Термитов? Ну, ты бы точно попробовал. Но я предпочитаю более традиционную кухню. Здесь, в саванне, такой нет. Термиты – питательная и полезная еда. Это вот эти, что ли, муравьи, блядь, которые... Они водянисты. Тебе не придется страдать от жажды. Вот этих, что ли, муравьев, которых мы убиваем. В пустыне есть термиты. Мы будем веселы и сыты. Стихами, блядь, заговорил. О, да. Термиты строят гнезда возле источников воды и доставляют ее прямиком в термитник. В деревне их можно заметить возле акаций. Любопытно. Конечно. Разыскать источник воды у гнезда термитов и рощи акаций. Источник воды надо разыскать около гнезда термитов. Но гнездо термитов я знаю, где, вон оно. А источник воды где там? Давайте посмотрим. Так, может, брысь нахуй, я сказал. Источник воды. Возле логова термитов. И вот может быть источник воды. Ну вот эти дырки, это явно не источник воды. Это просто... Просто что-то посмотреть можно. Акации. Опа. Дитя гор. Ага, это не то. Источник воды. Источник воды. Так, это не то. А они типа здесь живут и не знают, что у них здесь где-то есть источник воды? Источник воды. Ну-ка еще раз, дай почитаем. Мне удалось собрать сведения о термитах из различных источников, и благодаря этому я понял, что термятники следует искать в роще акаций. Вода должна быть не слишком глубоко, это где-то неподалеку от деревни. В смысле? Это что? Блять, вот это, окей. Ну погнали. Ну погнали сюда сходим. Блять, как лошадь-то подозвать? Ну погнали сначала за нашей лошадью тогда. Блять, опять пропала нахуй. У нас опять спиздили лошадь. Может, блять, лошадь надо как-то называть? Тогда ее не спиздят. А еще, кстати, я бегать научился быстро. Ебать, шифтер. Но это только пока выносливость есть. Вот она, блядь. А как, может, ее как-то надо называть? А то это заебешься вот так вот бегать, нахуй. Тихо, ты меня не брекай. Окей, ну погнали. Источник термитов. Ой, источник термитов. Источник воды. Логове термитов. Окей, ну макаки, ладно. Хуй с ним, с макаками. Вот это уже можно остановиться. Так, алтарь и что-то еще. Вход, ну-ка, куда? Куда входим? Несчесть алмазов в каменных пещерах. Сначала нужно убедиться, что здесь... Вас предупреждал. Ебать, каменный страж какой-то жесткий. Он жесткий какой-то, блядь. Бля, он жесткий какой-то.
Пока рановато, походу. Да, пока рановато, потому что их там очень много. Как минимум 4, а мне на 4 не хватит. Меня на 4 не хватит. Значит, нужно еще прокачиваться. Прокачиваться нужно еще. Хорошо. Ну на вас-то я точно, меня хватит. На вас меня точно хватит, ребятки. Надеюсь, оно того стоило. Иди сюда. Ладно, хуй с тобой. Давай, давай. Ага, наебалась, да? Наебалась. Ну ладно. Потом, значит, зайдем сюда. Тяжело, тяжело упряжная лошадь. Моя, наверное, да? Все, погнали. Так, а здесь какой-то дом? Здесь какой-то дом. Что за дом? Надо зайти в него. Стой, 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 лошадь, блядь. Здесь постой пока. Тяжело упряжная лошадь. Это там что-то. Это там росло. Так, сундук. Замок обычный. Раз, два, три. Ну такие замки не очень тяжело разгадывать. А вон те, блять, это пиздец. Вон те, это пиздец. Доспех путника. Кстати, доспех путника лучше, чем мой доспех. Но внешним видом он не отличается. Он тоже такой же. Резерв 1 из 1. Резерв 1 из 4. Так, подожди. Ну, давай пока с этим походим. Давай пока с этим походим. Все, здесь больше ничего нету. А чего, зачем это место? Там вообще ничего нету, судя по всему. А нам куда? А мы почти приехали, кстати. А мы почти приехали. Окей, поехали. Она, короче, просто не бежит. Я вам, если кто не в курсе, я вам объясняю. Она просто не бежит, лошадь. Нужно сначала... Слезь, 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 слезь. Так, окей. С этим разобрались. Вот тут еще, блядь. А, это эти, блядь. Муравьи, блядь. Бля, вот эти муравьи жесткие, кстати. Вот эти муравьи, кстати, жесткие, блядь. Вот эти муравьи жесткие. Так, а что у нас еще есть? Чего у нас еще есть? Вот этот, кстати, лучше, чем мой. Так. А, подожди, он похуже по этому. Ну ладно. Тогда можно его разобрать. А этот преобразовать. Окей. А еще можно? Еще можно, окей. Еще можно. Еще можно, блядь. Еще можно? Нет, все. Окей, а вот это можно точно разобрать. А че у меня меча нет? Меч-то тоже должен. А, он двуручный? Ну ладно. Пока попробуем. Пока попробуем. Так, нужно, наверное, хилочку въебать. Хилочку въебать и погнали. Ну давай, иди сюда, блядь.
О, блядь! Ебать, какой-то маг жесткий. Ебать. Он прям меня это самое. Так, от этого можно манцевать, кстати. Окей. От этого можно было манцевать. Ебать, а что я у него взял? Ну это хуйня. Можно разобрать. И это тоже можно разобрать. Вот а что я у него взял. Ржавая пика. Ну нахуй она нужна. Хуйня. Вот а я у него взял посох воды, блять, ебать. Ебать, мощная хуйня, наверное, да? Но мне она не нужна. Но мне она не нужна. Так, можно руки улучшить. Преобразовать. Окей, улучшить, да, окей. Дальше что можно улучшить? Что-то еще можно было улучшить, а уже все, ничего нельзя. Так, посох. Посох пока оставим. Щит. Щит, а нахуй мне вот этот щит? Разобрать, конечно. Щит можно разобрать. Колечки у меня все одеты. Подожди, 14, 14. Мне все правильно, вот это одевай. Окей. 8, 4, 14. Вот это, кстати, сними, вот это одень. Во. Вот так вот. Так, 12, 8. Окей. Так, ну вроде все. Ну вроде все. Здорово, пацаны. Тихо. Тихо. Окей. Аккуратно. Окупа. Так, можно, наверное, хилочку въебать. Блять, он заебал меня своими магическими хуйнями. Ебать, а ты чё? В смысле? Чё это, блять? В смысле, блять? Ёбаный в рот. Я не сохранился. Да ну нахуй. Давай. Окей. Бля, ебать они хуячат этим. Хуйней своей, блядь. Но здесь я как минимум могу от тебя, блядь, увернуться. Ёбаный волк. Кто там, блядь, рубит что-то? Шахтер, блядь. Охуел? Ебать, магия. Кто не видел, перемотайте, он улетел нахуй. Так, F5. Мне, по-моему, уровень подняли. Да, смотри. Можно прокачаться, можно силу прокачать. Вот так, окей. Так, это больше нельзя, да? Окей. Так, еще раз F5. И теперь погнали. Окей. Аккуратно. Аккуратно мансуем. Бля, там два мага, ебануться. Там два мага, как минимум.
Два мага как минимум. Ебать, все изи. Ух, ну жестко. Ну жестко. Чем мы выиграли у них? Чем мы выиграли? Мы что-то выиграли прям дохуя всего, блядь. Ебать, у нас тут прям вообще. Смотри, вот эта курточка нам не нужна, ее можно разобрать. Да. Вот это пока оставим, это пока оставим. Это все оставляем. Вот это получается разбираем. Вот это получается не пользуемся, разбираем. Или и нет, пока оставим. Ну смысл, не знаю. Пока оставим. Вот эта курточка пока оставим. Шлем можно преобразовать. Штаны можно преобразовать. Давай преобразование. Улучшение, окей. Окей. Шлем можно преобразовать. А, преобразование. Улучшение, окей. Пока все. Так, давай дальше по топору. Топор. Вот этот, по-моему, топор хуже, чем наш. Поэтому разобрать, окей. Разобрать, окей. Этот тоже хуже, да? Да. Ножик. Ножик лучше, чем наш, кстати. Этот можно разобрать. Да. Этот можно использовать. Вот этот можно разобрать. Так, вот это можно преобразовать. Окей. Окей. Еще давай. Окей. Еще можно? Можно. И еще можно, наверное, да? Нет, все. Окей. Так, дальше. Меч. Меч пока оставим. Посох пока оставим. У нас три посоха. Посох воздуха, посох воды и ученический посох огня. А еще посох. Посох смерти. Ебать. Посохов, короче, да ебануться можно сколько. Посохов можно ебануться сколько. Так, надо эликсир здоровья надо. Окей, можно? Можно, конечно. А, еще можно? Можно. Окей. А, еще можно? Еще можно. Еще можно? Еще можно. Бля, у нас сколько этих сердец-то? Так. Все, больше нету. Здесь не хватает. Здесь меткости эликсир. Здесь понятно. Здесь вот эликсир здоровья можно сделать. Окей. Еще можно сделать эликсир здоровья. Окей. Еще можно. Нет, нельзя. Этот нельзя. Это нельзя. Это что? Молнии. Это здоровье. Это здоровье нельзя. Окей, ну у нас теперь эликсиров здоровья, по идее, до хуища. Это закрыть. Да, у нас эликсиров здоровья теперь просто море. Можно пока, это получается, можно пока вот этот, нет. Давай вот этот эликсир поставим на семерку, этот на восьмерку, этот на девятку, этот на нолик. На всякий случай, пусть будут. Так, F5. Чё смотрим, чё по квестам? Засуха. Мне удалось найти место, где находится источник питьевой воды. Убить варнов, которые начали там копать. Теперь мне надо поговорить с Алтоном. Окей, с Алтоном. Местный повар Пьюри рассказал мне о связи воды и яиц термитов. Похоже, термитов можно найти неподалеку от акаций. Надо побольше узнать об этих насекомых. Но это мы, собственно, узнали. Так, у нас там он еще один мужик. Кстати, не один. Кстати, не один, по-моему. А, нет, один. Сейчас. Один. Блять, блять, вместе с этой хуйней. С муравьем. Это термиты ебаные. Окей.
Окей, сохраняемся. И смотрим. Лошадь подзывается? Лошадь нихуя не подзывается. Я не знаю, почему она не подзывается. Но хуй знает. Ну ладно. Собственно, наверное, здесь мы все сделали. Можно, наверное, бежать к Алтону. Потому что здесь, наверное, ничего особо мы и не найдем. Так, там какая-то дырочка вроде как есть, да. Ну-ка. Да, смотри, яйца термитов. А здесь? Тоже яйца термитов. А что они дают? Заживляют легкие раны, восстановление 100 очков здоровья. Вот это да. Вот это нам нужная тема. Можно пробежаться по всем, быстренько собрать. Пробежаться по всем, быстренько собрать. Можно, кстати, даже сразу же попробовать приготовить из них. Из двух. Окей. Легкий, вот он. Окей. Вот он, собственно, легкий эликсир. А, все, кончились, да? Окей. Вот мы и нашли способ, как готовить легкий эликсир здоровья. Да, я смотри. Мне нужны яйца термитов сейчас. Мне нужны сейчас яйца термитов. Это хорошая вещь. Собственно, как сердца. Вот сердца тоже вещь хорошая. Сердца тоже вещь хорошая, но яйца термитов тоже нормально. А можно просто переместиться, да, в деревню-то? Ехать-то, наверное, не обязательно. Конечно. Чё ж я? Раз и все. Раз и все, а время кончилось. Ну, пойдемте сообщим и уже будем, наверное, на этом заканчивать. Пока что сообщим. А где? Вот этот дом, что ли? Да. Я узнал про бег сегодня в этой серии, пипец. Какие новости? Кажется, я нашел питьевую воду. Неподалеку от рощи акаций термитников. Мимо не пройдешь. Ты не шутишь? Ну, конечно, место не идеальное. Но у вас, ребята, выбора нет. Шайка варнов уже вовсю копает там в поисках воды. Поэтому я уверен, это подходящее место. Отлично, я тебе верю. Отмечу это место на твоей карте. Пусть твои люди начнут копать... Здесь. Сейчас же отправлю кого-нибудь. Так что, ты поможешь Алиме? Возобновишь торговлю с ее деревней? Ну, понимаешь, все не так. Да просто. Заебал ты, блядь. Это не мое решение. Что? Я здесь главный, но каждое свое решение вынужден обсуждать кое с кем. Со своим братцем, блядь, да? Человека, который расскажет тебе больше, ты найдешь на маяке. А, нет, там девчонка. А я... Не могу, просто не могу. Ой, блядь, ёбаный в рот. Ладно, хуй с ним. Пойдемте, значит, превьюшечку сделаем с лошадью. Пойдемте сделаем превьюшечку с лошадью и на этом с вами закончим. Значит, раз. Это нормально, может тебя выбрать. Может тебя выбрать. О-о-о-о. Как-то может болеть. Вот так вот. Вот так. Вот так может. Короче, вот так вот как-то сделаю. Все, значит, ребята, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал. На мою страницу ВКонтакте. На мой телеграм-канал. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. И скоро мы с вами увидимся, ребятушки. Всем пока.